Владивосток, 25 мая 2024 года, вечер. Где-то в центре кадра сейчас находится приморская сцена Мариинского театра. Бухта, Золотой Рог, Золотой Мост. Слышен крик чаек. Парусное судно «Паллада» стоит. Чайки дерутся между собой. Люди сидят на лавочках, любуются видами, слушают чаек.
Там где-то сопка Орлиное гнездо. А в том направлении Корабельная набережная, там дальше набережная Цесаревича. Вертолет в небе летит. С этой точки виден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ну и там центральная площадь города. Вокзал Аэроэкспресс. Ну и там на перроне стоит паровоз. Где-то вот здесь стела, конец Транссибирской магистрали. Ну и здесь она заканчивается. Это здание морского вокзала. А вот это железнодорожный вокзал. В ту сторону Эгершельд. Там сопка Крестовая находится. Ее, в принципе, видно. Вон там, чуть дальше, если пройти. И вот взглянуть на здание, кирпичное здание с надписью РЖД. Ну, в ту сторону посмотреть, если. То сопка Крестовая видна. Это железнодорожный вокзал. Вон на тот перрон приходят поезда с разных городов России. Вот.
Чайки, чайки кричат. Здесь привокзальная площадь, почта. На фасаде там часы. Ну и вроде как они даже правильно идут. Здесь автобусы, таксисты стоят на привокзальной площади. Сегодня была хорошая погода, но уже завтра обещают дождь. Железнодорожный вокзал Владивостока. Там стоит памятник дедушке Ленину.
экспресс в аэропорт. На той стороне стоит памятник Юлу Бринеру. Алеутская, 12А. Здесь такой адрес. Здание серой лошади. Там наверху фигуры всякие разные. Приморская государственная картинная галерея вот в этом здании. Так, это у нас Алеутская, 12, картинная галерея здесь.
центральная площадь города. На Спасо-Преображенском соборе колокола. Здесь молодежь в фонтане балуется. Кто-то на велосипедах, кто-то на скейтах катается здесь. В Спасо-Преображенском соборе продолжаются работы по росписи. Стоят леса.
кинотеатр Уссури через дорогу. Стелла, Владивосток, город воинской славы. Что-то одну рекламу здесь с колонок проигрывают. Здесь старый дворик ГУМа. Там разные кафешки, магазинчики. В этом здании большой ГУМ. Ну, всякие бутики современные уже все. Светланская, 35, большой ГУМ. Это старый дворик ГУМа. На фасаде дата 1965 год. Вот здесь разные магазинчики. Здесь вверх по лестнице есть отель какой-то. Вот такое место в старом дворике ГУМа. Пицца. Небольшая стоянка. Билетур. Видимо, какое-то туристическое агентство. Какой-то бандит изображен, что ли, я не понял.
Обычный такой дом. Наверное, еще... Ну, старый дом. Дореволюционный, возможно. Не знаю. А там во дворе спортивная площадка, похоже. Слышны крики. Возможно, кто-то играет в футбол. Такой дворик здесь. Это у нас адрес адмирала Фокина 31. Вот этот дом. Какие дворики здесь. Лестница наверх есть. Спортивная площадка. Пацаны там в баскетбол играют. Идем дальше. Детская площадка современная, новенькая. Пацаны с девчонками играют, оказывается. Ой. Молодцы. Так, пойдем дальше. Двориками Владивостока. Самокатчики гоняют здесь. Так, что у нас за адрес? У Баревича 9. Двадцать восемь минут восьмого во Владивостоке.
Убаревича 7. Хороший магазин фототехники здесь находится. Так, перейти дорогу. Здесь автомобиль такой стоит. Что-то все запаковано здесь целлофанами какими-то. Сквер имени Суханова через дорогу. Море-маркет. Морепродукты там.
Сквер имени Суханова. Местные жители здесь гуляют с собачками. Мамаша с детишками. Там детская площадка. Книжный шкаф. Можно принести свою книжку и взять другую. Театр имени Горького. Не Сильва, не оперетта. Написано на афише.
памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Муравьеву Амурскому. Фуникулер. Только что трамвайчик поднялся на верхнюю станцию.